Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Ерунчик. Сегодня я с вами поделюсь очень вкусным рецептом из лобио. А самое главное, очень легкий в приготовлении и быстрый рецепт. Беру разные сладкие перцы, у меня красный и зеленый. Вы можете брать и оранжевый, и другие цвета. Нарезаем соломкой и будем слегка тушить на сковороде на растительном масле. Вместе с чесноком, мелко нарезанным. За это время, пока слегка тушатся перцы, нарезаю лук полукольцами, кладу миску и слегка поливаю уксусом. Мариную минуту на 15-30. Теперь собираю салат. Лобью перекладываю в емкость. Сверху наш тушеный болгарский с чесночком. Видите, он получился не очень сильно тушеный, а так альденте. Также добавляю мелко нарезанную кинзу. Добавляем маринованный лук, без уксуса только. Также соль, перец, сунели. Подробное описание ингредиентов будет под видео. Вот такой яркий, красивый, а самое главное, очень вкусный салат получается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться. Впереди еще много чего интересного.